Здравствуйте, вас приветствует интернет-магазин mobilegold.com.ua, и сегодня я хочу познакомить вас с новой моделью в нашем интернет-магазине. Это Nokia Q200. Данный телефон идет в двух цветовых категориях, это полностью серебряный, вот такой, как вы видите, и серебро с черными кнопками. Оба варианта абсолютно одинаковые по функционалу, по меню, то есть все у них абсолютно одинаково, кроме расцветки. Телефоны очень интересные, я сейчас познакомлю вас более детально с каждым из этих телефонов. Будем мы рассматривать один телефон, ну давайте мы возьмем наугад, то есть черно-белый вот этот телефончик, и посмотрим все его характеристики. Я сейчас покажу, как выглядят данные телефоны. Вот так вот выглядят данные телефоны, то есть серебряный цвет у нас идет полностью серебро. Полностью в серебряном цвете. Черный идет у нас абсолютно такой же, только с черной клавиатурой. Оба телефона полностью металлические. Качество телефонов достаточно высокое. Ну, в общем, я сейчас все расскажу. Давайте я покручу один телефон, второй. На фотографиях под видео вы, соответственно, увидите, как выглядит каждый из этих телефонов более детально. Вот так у нас выглядит серебро. И вот так выглядит у нас черно-серебряный вариант данного телефона, который мы сейчас, в принципе, и будем рассматривать. На передней панели данного мобильного устройства мы видим очень громкий и очень огромный звуковой динамик. Оригинальный логотип Nokia, который находится под стеклом. Данный логотип вытираться ни в коем случае не будет, так как он находится под стеклом. Также у нас есть кнопочки первой и второй сим-карты, кнопка меню в данном телефоне, джойстик. Центральная клавиша джойстика отвечает за светодиодный фонарик, мы к нему сейчас тоже перейдем. Клавиша меню — ваши телефонные книги, клавиша сброса вызова, клавиша запуска MP3-плеера, быстрого доступа к MP3-плееру, клавиша отдельной камеры, то есть телефон очень многофункциональный, клавиша именно видеокамеры для записи видеозвонков, то есть для записи видео, и отдельная клавиша для непосредственно камеры, для фотокамеры. Также есть отдельная клавиша у нас под FM-приемник и отдельная клавиша для включения-выключения фонарика на данном мобильном устройстве. Клавиатура телефона очень компактная, плюс ко всему кнопочки, как вы видите, достаточно крупные, то есть поэтому не возникнет сложности справиться с набором номера или смс, напечатыванием смс на данном мобильном телефоне. Русский и английский шрифт на всех наших телефонах обязательно присутствует, меню полностью также русифицировано. Ну, давайте дальше. На верхней панели данного телефона мы видим стандартный разъем мини-USB для подключения и синхронизации данного телефона с компьютером, а также для подключения гарнитуры к данному телефону. Под разъемом мини-USB находится у нас отверстие под стандартное зарядное устройство Nokia, тоненькое, и очень яркий светодиодный фонарик. Я сейчас продемонстрирую, как он светит у нас. Вот так вот светит данный фонарик. Посмотрите, фонарик освещает очень четко, очень ярко. То есть данным фонариком можно будет подсвечивать не только. У нас вот сейчас, в принципе, 2 часа дня. В помещении достаточно светло. И данный фонарик освещает все равно очень-очень ярко. То есть данным фонариком можно будет подсвечивать не только замочную скважину для попадания в нее ключами, но также в ночное время суток асфальт, лифт, подъезд, все что угодно. То есть данного фонарика будет вполне-вполне достаточно. Дальше в данном телефоне мы видим очень большой дисплей 2,4 дюйма. Дисплей очень яркий, очень сочный, насыщенность цветов шикарная. Я сейчас это постараюсь продемонстрировать. Вот смотрите, насколько яркие цвета. Цвета действительно очень яркие, сочные. Вот так выглядит у нас меню в данном телефоне. Мы к нему сейчас перейдем. Я просто демонстрирую вам цвета данного дисплея. Также кнопочка быстрого доступа к камере. Камера она снимает разрешением 2 мегапикселя. Как видите, снимает она достаточно хорошо, достаточно сносно для 2 мегапикселей, для такой бюджетной копии. Есть у нас и зум, и все, что хотите. То есть. Дальше у нас есть кнопочка для
воспроизведение видео, то есть кнопка для ваших видеозаписей, для воспроизведения записей, сохраненных на вашу карту памяти. Мы сейчас к ней тоже перейдем. Также у нас есть отдельная кнопочка для запуска FM-радио. FM-радио может работать без наушников, что тоже очень-очень круто. У нас идет поиск каналов. Также у нас есть, что здесь еще есть, отдельная кнопочка для запуска MP3-плеера. MP3-плеер тоже очень хороший, шустрый, все воспроизводит замечательно. Звук в данном телефоне очень крутой. Стоит на ямаховской динамике, я сейчас это также продемонстрирую. Ну, давайте перейдем к задней стеночке. Задняя панель данного телефона полностью металлическая. На верхней панели у нас есть также вот такая антенка для лучшего поиска FM-радио, FM-каналов. Телевизор, по-моему, отсутствует в данном телефоне. Сейчас я это точно гляну вам и скажу. Так, видео, диктофон, FM-радио. Да, телевидение отсутствует в данном телефоне, но это значит, эта антенка именно для поиска, для лучшей связи с FM-станциями, FM-каналами. На задней панели мы видим очень громкий ямаховский динамик. Также у нас внизу безумно громкий ямаховский динамик. Динамика здесь два. Очень крутые динамики. Я также это все продемонстрирую. Сейчас у нас здесь установлена карта памяти. Комплектуется данный телефон стандартной батареей BL4C, стандартной Nokia, поэтому проблем с поиском комплектующих к данному телефону у вас точно не будет. Задняя крышечка достаточно толстая, металлическая, телефон полностью металлический, увесистый, телефон действительно очень-очень интересный, очень крутой. Также огромный дисплей играет огромную роль. Ну, как я уже говорил, 2-мегапиксельная камера на данном телефоне. И два динамика. На нижней панели мы видим только отверстие под микрофон на данном телефоне. Динамик вот этот у нас сделан в виде Android. Вот. Ну и непосредственно перейдем к самому дисплею, к техническим характеристикам данного телефона. Так, ну, в общем, шрифт времени достаточно крупный, все очень читаемо. При наборе номера у нас достаточно такой яркий белый дисплей и очень-очень крупный шрифт при наборе номера и смс, поэтому даже пожилые люди смогут пользоваться данным телефоном без каких-либо проблем, потому что шрифт достаточно крупный. И для людей с ограниченным зрением этот шрифт полностью подойдет. Ну, заходим в главное меню, и главное меню у нас выглядит вот такими вот интересными иконками, все очень насыщенно, ярко. Ну и в главном меню мы видим сообщения, входящие, исходящие сообщения, написание, смс, черновики, шаблоны, то есть всего куча. Также журналы вызовов у нас есть. Также есть счетчик GPRS, то есть интернета для просмотра трафика вашего и настройки его. Также у нас, соответственно, есть контакты, профили пользователя, в которых вы сможете настроить мелодии на входящие звонки, смс и ммс под себя с вашей карты памяти. Аудио. Ну, это, соответственно, MP3-плеер, вот для него тут еще есть отдельная кнопочка для быстрого доступа к MP3-плееру. В мультимедиа мы видим фотоаппарат, я уже демонстрировал, снимает он с разрешением 2 мегапикселя. DV – это у нас видеоплеер, то есть для снятия именно видео. Аудиоплеер MP3, видео, то есть программа для воспроизведения вашего видео, FM-радио и, соответственно, у нас присутствует диктофон, как на любом телефоне. Также у нас есть список файлов, то есть файловый менеджер вашей карты памяти и памяти вашего мобильного телефона. К этому мы тоже сейчас вернемся. Также у нас есть приложения. В приложениях у нас есть будильник, календарь и калькулятор. В играх у нас только одна игра, змея. Соответственно, есть Bluetooth в данном мобильном телефоне. Ну, настройки данного мобильного телефона. И STK это у нас... У нас сейчас просто к интернету мы не подключены, то есть значок интернета. Так, ну давайте мы посмотрим, насколько круто данный телефон воспроизводит видеофайлы. Я сразу хочу сказать, что данный телефон очень громкий, музыку воспроизводит он замечательно, видео также воспроизводит очень хорошо.
поддерживает форматы 3GP и MP4 среднего битрейта, и вообще в данном телефоне есть все функции современного мобильного телефона. Это такие функции, как FM-радио, передача данных по Bluetooth, также у нас, соответственно, есть MP3-плеер, видеоплеер, который воспроизводит файлы 3GP и MP4 среднего битрейта. Также в данном телефоне у нас присутствует очень яркий светодиодный фонарь, видеомагнитофон и ну, все, что есть в любом современном мобильном телефоне. Все в этом телефоне полностью собрано. Я хочу сейчас показать, что данный телефон поддерживает насколько четкое видео, качественное. То есть это скажет о мощности его процессора, потому что для обработки видео процессор должен быть обязательно очень мощный. Ну и также мы посмотрим, как воспроизводит MP3 файлы данный телефон. Данный телефон, хочу напомнить, идет на две сим-карты и комплектуется картой памяти то есть поддерживает карты памяти до 16 гигабайт, 16 гигабайт включительно. Карта памяти стандартная, microSD, то есть проблем с поиском карт памяти к данному телефону тоже у вас 100% не возникнет. Ну, в принципе, давайте мы зайдем в видеоплеер и посмотрим, насколько четко воспроизводит данный телефон видеофайлы. Ну, запустим мы саундтрек к фильму «Спартак, кровь и песок». Смотрим. Вот так вот выглядит воспроизведение видео. Сейчас я что-то там нажал не так. Ага, регулируется у нас яркость. В клипе, как вы видите, очень частая смена событий. Этот клип закачан, данный телефон не случайно на карту памяти для того, чтобы максимально протестировать мощность процессора в данном мобильном телефоне и донести, показать вам, насколько мощный процессор стоит в данном мобильном телефоне. Видео специально высокого качества и с огромной сменой событий. То есть вы видите, насколько четко данный телефон воспроизводит видеофайлы без каких-либо лагов, тормозов, благодаря тому, что данный телефон поддерживает карты памяти объемом памяти до 16 гигабайт, 16 гигабайт включительно. На данную карту памяти вы сможете загрузить до нескольких сериалов, до трех сериалов объемом памяти, объемом серии где-то около 200 серий в каждом сериале. То есть 600 серий полноценных сериалов вы сможете загрузить на данный телефон и просматривать свои любимые видеозаписи, фильмы, мультфильмы, непосредственно музыкальные клипы, непосредственно когда вам нужно будет скоротать время, и данный телефон станет вам, наверное, лучшим другом в то время, когда вам нужно будет помощь именно скоротать какое-то время, посмотреть свои любимые фильмы, мультфильмы, находясь, к примеру, в больнице, в поездке куда-то, в дороге, то есть данный телефон действительно вам поможет. Вот, ну, вы видите, что видео воспроизводится без лагов, тормозов, без каких-либо зависаний. Цветопередача видео шикарная. Снимаю я, к сожалению, на телефон всего лишь, поэтому всей четкости я передать вам не могу. Но телефон достаточно классный. То есть очень классный.
И давайте мы посмотрим еще один клип. Сейчас я не помню, как листать. Ага, видимо, у нас всего один клип загружен, да, на мобильный телефон, на полэкрана. То есть, ну, к сожалению, у нас всего лишь один видеоклип загружен на данный мобильный телефон. Ну, давайте мы перейдем к MP3 плееру. То есть, в принципе, как воспроизводится видео на данном мобильном телефоне, я вам донес максимально. Видео у нас воспроизводится шикарно. Ну и музыкальная композиция, к примеру, если у нас загружены такие. Давайте мы зайдем через файловый менеджер, наверное. Карта памяти, My Music. Да, вот. Ну и попробуем запустить MP3 файл. В принципе, вот так вот у нас воспроизведение музыки звучит. То есть вы слышали, что действительно звучание данного телефона очень четкое, очень крутое. Давайте мы еще одну песню, допустим, запустим. Ямаховский динамик, скажем, делает свое дело и доносит вам максимальную громкость и четкость и чистоту ваших треков. Thank you.
Ну, в принципе, вот так вот. Вот такой вот замечательный телефон. Добавить мне, наверное, больше нечего. То есть я и так сделал максимальный видеообзор на данный телефон. Все функции мобильного телефона я вам показал, донес максимально, насколько это было возможным, насколько посчитал это нужным. Вот такая вот модель телефона. С вами был интернет-магазин mobile.com.ua и я его менеджер Цирульник Тарас. Спасибо большое за внимание. До свидания.